Миротворцы – гарант безопасности Приднестровья. О выводе российских миротворцев или смене формата операции не может быть и речи. Об этом в студии «Вопроса дня» сегодня говорил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. Геополитическая ситуация вокруг Приднестровья достаточно сложная. Она многогранная, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведется очень интенсивный политический диалог. И в этой основе, значит, сама миротворческая операция играет достаточно важную составляющую по обеспечению мира и безопасности. Я вас уверяю, что вот именно данная миротворческая операция является тем стабилизирующим звеном, которое не позволяет сегодня раскачать ту лодку, в которой мы все сегодня находимся, не сдвигнуть нас к элементам опасности войны и мира. В этой основе данная миротворческая операция доказала и доказывает свою объективность, составляющую всех своих основ с точки обеспечения своих действий. Мы реально видим, что все события, происходящие под контролем совместных миротворческих сил Объединенной контрольной комиссии, сегодня находят свое реальное выражение и, естественно, обусловлено последствиями сохранения мира. Это очевидно. О миротворцах, их миссии и ситуации вокруг Приднестровья. Почему нельзя преобразовать миротворческую миссию? Что говорят в ОКК о вооружении Молдовы и для чего новый пост на Дубасарской ГЭС? Обо всем этом и не только в новом выпуске «Вопросы дня». Сразу после КЭБа. Не пропустите.